Привет, ребята и девчата, и гости моего канала. Сегодня у меня была уборка на лоджии. Прибрала лоджию. Эта лоджия у меня на втором этаже. Огромадная. Настолько, что сюда даже мебели не хватило. Ну, как-то не любим особо на лоджиях сидеть. Больше-то во дворе. Сейчас покажу, какая большущая. Лоджия на две комнаты. Одна комната и вот вторая комната. Спальня. Вот такие окошки мыть еще надо. Окон у меня, девчата, 52 окна. Вот так чистенько стало. Тепло, я раздетая. Она нагревается. И еще функция у этой лоджии. Когда ветер с этой стороны, то полностью окна все закрыты, и дом не выстужается, не выдувает. Вообще огромная. Вот. Можно уже и окна открыть. Ляпота. Капель. Весна. Вот такая у меня лоджия. А у меня их таких 4.